Всем привет. Вот такого Лады Гранта, короче, FL, да? Новые. Стоит, короче, переключатель. Перестал у меня работать вот этот прикуриватель. То есть там один подошел, насос у него есть. Качнуть я свой не стал заставать. У меня как бы новый тоже, я им качал уже. Просто проверял его. Перестал работать прикуриватель. Короче, вот этот прикуриватель надо менять. Ой, прикуриватель. Предохранитель, вот он, F25 вот здесь. Берешь книжку, мануал, короче, они все по ним рассказаны. То есть там все написано, какой. И вот, получается, вот этот, он был хлопнутый. Все я поменял, все заработало. Вот этот, вот они здесь в ряд идут, запасные, тут по одному как бы есть. Так что на один раз хватит. Ну, сейчас поеду, получается, буду менять. Вот F25, то есть вот здесь вот написано, сбоку написано, вот, вот этот 15-амперный, то есть не путайте, там вот именно F25, но там по всему прям есть, по всем прикуривателям есть, вот щипцы специальные, щипцами берете, как бы, раз, и он вытаскивается вот так вот вставляется, то есть вставлять можно просто там, донажал вот так вот, и все нормально, сюда они вот вставляются опять. Панель вообще легко снимается. Ну как снимать, я уже не буду показывать. Смысла как бы нету. Одно и то же показывать. Одевается вот так. Так, раз. Все. Говорят, что там на других грантах там как-то на старых, ну там 20-го года, наверное, там как-то посложнее снимается. Там про какой-то концевик рассказывать. Ладно, все, всем привет. Всем пока. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал.